газуй отсюда, пока в лоб не получил. Чего? Ушел отсюда. Чего? Я корреспондент. Камеру опусти. Я корреспондент, я имею право снимать. Прежде чем людей... Убрал руку. Прежде чем снимать людей, ты да спроси разрешение. Мне угрожать, молодой человек. Все снято. Конечно, женщины пожелают. В районе 10 утра услышала звук бензопилы и вышла узнать, что происходит, потому что у нас самый зеленый двор, и это является предметом гордости. У нас есть тут очень такая достопримечательность, мы его называем дуб зеленый, хотя это не дуб, но по ветвям. То есть есть переживания по поводу того, что тут происходит. На вопрос, к кому обратиться по поводу того, что происходит, и какие документы вы можете предоставить на правомерность, как бы получила много нецензурных фраз и обзываний, узнала о себе много нового, в кавычках, вот, от представителей подрядной организации. В процессе общения вот на таких повышенных тонах удалось установить со слов работников, что они работают по заказу управляющей компании. Позвонив в управляющую компанию, мне сразу пришлось добиться от них ответа, но когда они пришли, они тоже вели себя без матерных слов, но некорректно и очень агрессивно, стравливая разные позиции жителей. Это юрист у нас Оксана, она бесцеремонный товарищ. Вот, и получается, что, как мне удалось выяснить пока со слов, что некоторые жители обращались в компанию, потому что деревья затеняют окна, но спил производится и тех деревьев, которые находятся на удалении от домов, а также вы можете видеть, что каким кардинальным способом это все решается. То есть и не учитывают интересы тех, кому при такой температуре 36 градусов, как бы наши зеленые деревья, они спасают. Спасают тех, кто отдыхает, кто прогуливается, кто живет в этих квартирах. Я живу на 5-м этаже, невыносимая жара, и можно было бы учесть по-разумному и интересы одной и другой стороны. Но однако управляющая компания без разрешительных документов, потому что так и не предоставили никакой официальной информации, проводит варварский спил деревьев, причем в нецензурной форме. Всех тот, кто интересует и переживает, они как бы расправа у нас даже была. Второй раз вызывали полицию, один раз для того, чтобы остановить до выяснения обстоятельств, а второй раз даже у нас есть побои и повреждения на машине. Mm-hmm. Житель дома хотел защитить, отогнать машину от падающих веток, за что произошел инцидент. В 12 часов мне позвонила соседка о том, что на мою машину валятся ветки во время отпиловки. Дерево пилили, которое не под окнами дома, которое находится через проезжую часть, то есть тополь прекрасный, молодой, красивый. И вот эти вот огромные сучки летели на мою машину. Я с балкона попросила ребят прекратить отпиловку, услышала, что закрой рот и там прочее, в общем, грубость. Попыталась с ключами машины спуститься, чтобы отогнать машину, ну, как на место, где не будет, как бы на нее. Ну, это моя собственность, и я ее как бы нажила, и мне ее жалко. Я попыталась ребят уговорить, чтобы они мне разрешили отогнать машину. Услышала столько нецензурной брани в свою сторону, что просто вот, ну, за свою жизнь столько не слышала. И я тогда просто, ну, как бы попыталась снять номер машины на телефон. Молодой человек меня два раза ударил по лицу, кулаком, по голове, и, в общем, потом схватил бензопилу и начал мне угрожать. Сказал, что он за себя не отвечает. Я была вынуждена уйти в подъезд, вызвала милицию. Потом пришел оперпулман, я даже не знаю, он не представился, ну как бы сотрудник полиции, составили ли мы с ним заявление как бы о причинении мне вреда. И машина у меня в результате, вот стекло, у меня как бы зеркало разбито, вся машина покорябана ветками. Они разрушили гнездо. То есть непрофессионально работают. Они работают с фанатизмом. Вот в чем вам мешали деревья? Я считаю, что каждый дачник и каждый хозяин знает,
и ухаживает за деревьями на своем участке. Вовремя спиливает, вовремя подпиливает, убирает крону, убирает старые деревья. Этим деревьям по 60 лет, за ними нужен уход. И когда люди, живущие и на первых этажах, и на вторых, вынуждены круглогодично и летом, и зимой с утра включать свет и жить при свете, когда крона мешает уже просто существованию, дом уже стал плесневеть из-за того, что постоянная тень. Я считаю, что за деревьями и опиловка – это важный момент. Деревья уже некоторые угрожали жизни. Угу. А стоило ли все деревья здесь опилывать или только те, которые вот действительно угрожают? Те деревья, которые угрожают. Ну, а в данный момент именно такие, да, вот, срубы, по вашему? Да. Угу, понятно. А какие-то, как я понимаю, вчера был у вас разговор. Также вы участвовали в вчерашнем конфликте? Нет. Нет, не участвовали? Я живу с начала постройки, 57-го года. Угу. Эти деревья, этим деревьям, они мои ровесники. Угу. Эти деревья вязы, американские клёны, которые мусорят. Невозможно найти дворников, которые бы ухаживали, угу, за этими деревьями, потому что мусор от них круглогодично. Угу. Этот, и такой момент, до этого момента какие-то деревья падали, не падали? Ветки, да. Да. И несколько лет назад уже была опиловка. Все эти деревья обросли по новой. Я хочу, чтобы вы засняли вот это. Отсюда убрали дерево, кривое, которое вот отсюда. Вон там, вон, на пятом этаже, просто не осталось. Инвалид, он перенес инсульт. Вон он стоит. Впервые за 10 лет он увидел небо и свет. То же самое, вон та женщина. Она пола не видно, она не спускается. Она просила, ради Бога, я хочу тоже жить. Я хочу видеть, что тут происходит. Это никогда, это теневая сторона. Это всегда сугробы. Если здесь у нас трава, здесь сугробы. Угу. Мы света белого не видим. Вы не против того, чтобы производилась опиловка деревьев? Нет, я так не знаю, потому что конкретно в моем случае. Вот, угу. Я живу на пятом этаже, и вот именно это дерево, можно сказать, заходило мне на балкон. Угу. Оно буквально заходило на балкон, и даже во время сильного ветра оно било по окну, буквально. Опять же, с него падало постоянно что-то. И как бы да, и света никакого не проходило даже на пятый этаж ко мне. Угу. Я, ну, за опиловку, конечно. Такой вопрос. Я как понимаю, что из-за того, что света не проходило, у вас часто был включен свет, да, дома? Угу. И из-за этого электроэнергия, да? А вот стоило ли опиловывать деревья, которые не закрывают окна? Потому что я вот вижу вон тот дерево, вон тот столб. Он вряд ли закрывал. Да. Ну, я думаю, если спилили, значит, все-таки ветки на нем были такие, потому что вот до этого вот дерево там спилили, оно было мертвое абсолютно. Угу. Ну, там, может быть, только начиналось с него расти, но опять же, оно было кривое, все покосившееся. Угу. Ну, я не против. Оно же не весь двор выпилили, так, пару деревьев, как бы. Ну, просто люди не привыкли к этому, и все. Они привыкли, что они 20 лет здесь росли, и все. Ну, угу. Вырастет новое, опять же, на весь спиленных... новая почка раскроется, и будет все равно так же ветка через 2 года. Вчера я вызывала сразу полицию, управляющую компанию. Это не привело никаким действиям. Полиция только фиксирует факт, но даже не проверила документы. Мне они не давали, соответственно, а полицейский, ну, как-то, наверное, поосторожничал. И, ну, короче, бездействие. Только зафиксирован факт, что происходит. Сегодня... Я пошла в администрацию города, в межрайонную прокуратуру, потом к Володину, в приемную. И когда уже дошла до прокуратуры, то
здесь как бы спасибо большое прокурору, что он сразу позвонил директору управляющей компании, и хотя бы были приостановлены работы. Вот сейчас опиловка не происходит, но происходит уборка. Может быть, управляющая компания неправильно цель поставила? Нет, да, должна была, наверное, предупредить, чтобы угнали машины вот эти вот, чтобы обрезку провести, чтобы техника не страдала, собственность жильцов. Для начала потом должны производить собственные жилые помещения. Да, существует закон, который он подписал товарищ Исаев в 2011 году, о том, что любая опиловка деревьев должна проводиться с согласия общего собрания. Собрания не было. На основании чего? А как управляющая компания называется? На секунду. Я что хочу сказать? Называется Лайм.